Земля – наш общий дом. Мы должны защищать и оберегать его. Сейчас во всем мире большое внимание уделяется выращиванию экологически чистой сельскохозяйственной продукции. Сокращается применение пестицидов. Мировое научное сообщество активно ищет альтернативу токсическому удару по биосфере и человеку. Российский производитель компания «Урожай-21» с 2005 года представляет аграриям альтернативные средства защиты растений. Мы предлагаем продукты сельхозпроизводителям всех континентов планеты. Препараты позволяют выращивать более экологически чистую сельхозпродукцию. Большой выбор жидких удобрений для всех культурных растений. Комплексные составы макро- и микроэлементов, необходимые для роста и развития растений. В 2018 году компания начала выпуск уникального препарата собственной разработки Argentum Agro с ионным серебром. Он обладает сильным антисептическим профилактическим действием, является стимулятором роста растений. С древних времен человечество использует серебро как антисептик, как природный металл, способный подавлять развитие бактериальных, грибковых и вирусных заболеваний. Ионы серебра воздействуют на ДНК бактерий, разделяя парные нити и ослабляя связи между белком и ДНК, и разрушая их. Argentum Agro содержит 200 мг серебра на 1 литр готового продукта. Это активные ионы серебра, готовые в любой момент к борьбе с патогенными организмами. Обработанные препаратом семена, проводимая листовая обработка растений по вегетации позволяет повысить всхожесть, предотвратить заражение, укрепить иммунитет, стимулировать рост корневой системы и повысить урожайность сельхозкультур. Производитель рекомендует совместное применение Argentum Agro с препаратом Gumix. Биостимулятор и органическое удобрение обеспечивают растению необходимое питание и защищают его. Увеличивается продолжительность положительного действия ионов серебра по защите от болезней. Препараты испытаны в научных учреждениях России, таких как МГУ, Институт агрохимии имени Прянишникова и Белорусская сельхозакадемия. Препараты зарегистрированы в России, Грузии, Белоруссии, Армении, Узбекистане и сертифицированы в странах Евросоюза. Прошли испытания в аккредитованной лаборатории в Германии. На них получены паспорта безопасности REACH и декларация соответствия. Argentum Agro является дипломантом конкурса «100 лучших товаров России». Практическое применение наших удобрений в поле показывает увеличение урожайности до 30%, возможность сокращения применения пестицидов до 70%. Они безвредны для